зачем вы это делаете? А я запрещаю меня снимать на видеокамеру. Так как хочете, то ваше право. А? То ваше право. Ну, я запрещаю. Ну, и что? Я право запрещать вам снимать на видеокамеру. А что ще вы будете запрещать? Возьмите номер машины, возьмите, перепишите его на... И что ще? На это. Мы находимся в публичном месте. Если есть у вас питання, звертайтесь вон, с заявой до чергового, что вас кто-то фиксует на видео. Да, сиди. Можете записать? Номера уже давно пробиті. Что вы тут рассказываете? Так, конечно. Это у вас детский сад, что вы так людей подставляете? Ну а как в смысле? Да, работа, да. Работа підставляють поліцейських. Підставляють поліцейських – це ваша робота. Так що сказав, що адвокат сказав? А, ще не було. Та ви що, бандитів поймали? Преступника. Так а толку? А хуй задав, задав. Хуй задав. Ну, так працює наше ДВБ. Це батьки, видно, іншого затриманого. Оце так працює наше ДВБ. Попідставляли людей, гроші підкинули взагалі. Люди прийшли в кабінет, а там вже в них взятка. Ну, так по словам свідків. І ДВБ працює.